Сразу резать и павших, поставь, пожалуйста, шкаф, смотри, там кто-то улетел, кто-то не прибежал. А, шкаф стоит, ну. Жмите на портал. Бафы есть, рыба есть, заебись. Я рыбу поставлю, не ставь. Вот стоит, вот тут. Так, стрелька, что там? Ты на кольцо, да? 10 поставил. Да. Все, отошел. Надо именно так. Бафайтесь быстрее и все. Кольцо, крит меткость. Лизок. Обмен. Лизок же выиграл. Да. Надо. Все, лизок обмен. ГЦ. Шея. Скорость, меткость. Три, два, один. Мендри обмен. Чекни на пулу, заходи в центр, пока он троллит, будем бить трэш. А сколько нынче проходка стоит сейчас? 75 продают. В этих тут, стрелька тут. Стрелья. Пошли, заходим в центр все. А, метка звезда, КГЗ. Стрелька, стоишь там АФК. Раз, два, три. Не белунг. Лизок. Раз. Два. Три. Лизок победил. Как в книге про адвоката, блядь. Лизок против гильдии. Так, Мендри, обмен за плечами. Мендри минус 20. Плащ, хаздух. В центре сдохните, наверное, да? Танки забрали, мы был в милике, ушли, верты ушли. Газ в пол. Я по одному мобу нам таунти бить. Забрали, два, бейте. Три. Все, вот этого бейте, мы забежим. Милик еще бейте. Да не забирайте вас нас. Следующий убейте вот это. А, стоп, не газ в пол. А, газ в пол и дед груд в епэшке. А у меня даже 50 и нет, мне ничего. У тебя 50 есть по-любому изначально. Не, мне не надо, не выкидывай. Ну, епэшек нет? Да, и сейчас я штук пилить пытаюсь, ёбаный в рот. Ну 10 скажут, я себя слышу, чем можно. 10, да. 10 по-любому. Газ в пол. 100 ставишь?
Ну, что забирать? А, Господ, это еще этот твин тоже или мы... Это трусователь. Трусователя. А, у него тоже нужно. Ну, один вот не поползал, ну, значит, сейчас ему, ну, минус, там, не знаю. Либо давай я запишу просто. Да просто дай ему, короче, этому Госполу порол вылез, ему Госпол, 10, да. Обмен. А что не лез, я типа? Воин, охотник, шаман. Это саурфанга печеньки. Ребят, если вам не нужно, не хапужничайте, пожалуйста. Шнурки. Ну, шнурки раз, два, три. Шнурки по печеньки без ЕП. А без ЕП? Гевара тебе надо? Парол выиграл, все, забираешь. Так, обмен. Дай этому. Кинь обмен Гевара. Да не надо, вот, отдай вот. Шаман следующий парол. Я шаману отдаю. Хуйни, бля, ну реально. Нахуй, блядь, ну типа, вам же изначально сказали, не рольте, блядь, если вам не надо. Вторая печенька. Паладин, жрец, чернокнижник. Сорка. Ловец обмен. Собираю? Да. Следующая с профессора печенька. Паладин, жрец, чернокнижник. Дайте зубы мне только. Как подойду. Ой, мне не надо. Дианкуса не надо. Дианкус. Я случайно надо занимается. Чуть не думал собой. Я тебе даю обмен. Потому что мне лишние проблемы не нужны. Лизу. А там уже смотри, отдаешь там кому-то второму следующему паролу или на свое усмотрение. Потому что вне гильдии моей компетенции нету. Так, далее. А, печенька с профессора. Воин, охотник, шаман. А, шалун. У тебя минус 30 на этот босс. На профессоре. А, объяснять, почему нужно, не нужно? Не-не-не-не. Воин, охотник, шаман. Рольте. Стрелька. Раз. Два. Три. Там шаман кинул, да. Ну, минус 30. А. Тебе предыдущие отдали без проблем каких-то хапужничества. Вопросов по минусу не должно возникнуть. У Дианкуса также было минус 30, но у него по итогу все равно 53, все равно выше, чем у других. Далее. Голова. Ролл. Кожа. Дух, крит. Дэдгрут, раз, два,
3. Сенджик, сожми там, ты вот этот босс убежал. Пожалуйста, добейте сначала всех боссов, ой, всех миников, разролим шмотки, и потом 2 минуты дам добавим брик перед Синдрой. И добьем оставшихся двоих боссов. Что, Сидру, что ли, че? Все зашли в комнату. РДД можете бить босса из максимального ренжа, эфир не будете лутать. Так, Dead Groot, на печеньку обмен. А, нет, на голову обмен. Ну, сейчас. На этом же, да. Туда дал, не? Да, звезде, еще раз. Но у него, похоже, то 10 еще нету. Ну, у меня нету, а я не видел, чтобы там было над руля. Над руля не было, я тоже жду над руля. Ну, да. Я вообще хочу 2Т10, 2Т4. Так, слонотельки. Да не на сову, нахуй мне та сова, блядь, уебищная. Я ее вообще никогда не видел и не хочу видеть больше. Так, ловец снов, обмен. Прохильте, не забегайте, нажмите свои прожимки, дайте массивы, гимны. Че ловец снов, если я здоровый? Стоп. А, я не заметил. Так, Лизок, обмен. Извини. Тебе на локе действительно нужна эта печенька? Так. Рольте, я не через РВ, давайте еще раз кину РВ, но предыдущие роллы я засчитываю. Я тебя запомнил, Андрюша. Гламур, Dead Groot. Dead Groot обмен. У меня тут 10 есть. Давайте вы там разберетесь. Так, тут Сенджикс влетел. Сенджикс обмен. А, все. Малик, заходи на сову. Андрей, Бардру. Быстрее, вот эти пароли. 5 минут, кому надо. Так, Малик. Маги в прошлый раз были там. Все, по-моему. Все, что есть. Так, сумму зажми. Не, Марсеза только не было, помню. Так, все были. Какой вопрос был? Жмите на суммон, пожалуйста. Натыкайте на порталы. Тыкнул, ой. Амура, сколько у тебя хп под фулл бафом? Медведя? Да. Ну вот сейчас 65-900. Просто резиста нет. Ну это еще, у меня же серьга еще. Нет, прожимная, которая на хп. Тут если с серьгой, то 79. Эти чарки могут быть половина нерабочие. Что там, где Макс?
Короче, сопроты берите у Фобуса. Так, Фобус, либо ассиста мне дай, либо пофигу, пускай на тебя релка просто будет, и все. На тебя релла, дай мне ассиста. Где шманский сопрот? Внимание, шманский, у меня алхимия. Ой, какая красота, зашел, а метки расставляю. Сопроты у Фобуса берите быстрее, короче. Поставил рыбку. А еще потом убить эти сопроты раздавать. Прослушал, у тебя Фобос сопроты? Да. Дианкус, Шалун тоже можете обмен кинуть, но по 100 золота закидывайте сразу. Либо свои 5. Сопроты? Уверенные в себе могут выпить ДД фласку, но если вы умрете, без разбирательств, смерть двойная. Двойная минус. Фобус сопроты. Фобус. Надо выучить сопрот рецепт. МТшит первый Сенджикс. Да тебе не надо бабки давать. Ты зелье, забери бабки. Можешь. Бери, блять, пока для. У нас кто, Сенджикс будет первым начинать? Да. Пойди, Маш, пойди секунду. Пожалуйста, секундочку. Все, давайте, блин, дальше. Кончились обороты просто. Все. Короче, Асиса, отойди, возьми себе лед сейчас, Асиса, лед возьми себе. Бля, а у меня нету, я, сука, сдохну, я забыл эту хуйню. Можете поставить шкаф, я сейчас быстро очень сделаю эту чарку на, ну, клыка рассейзачарю. Поставь на удобную кнопку себе просто превращение этого, блядь, в оленя ебаного, и все. Притяг. А, точно. Тут олень здесь есть. Оленя себе побежал. Тут же ж можно. Короче, оленя. Смотрите, вкратце напомню тем, кто с нами не бил, не знает. Глыбы выносим, короче, по 2 штуки в одну. То бишь будет 5 меток. Это первая фаза. Вы выносите 2 в одну. Если затупили, не шарите, между метками не ставите. Ставите либо в стороне, либо впереди там где-то, короче. Чтобы друг друга не шотнули на всякий случай. Запомнили, да? Это первая фаза. Вторая фаза, короче, метки играются. Ром, трусы вам тоже озвучат. Первый ром, потом трусы и так далее. Все, типа, дохуя не стакайте освобожденку, соответственно, и милики тоже дохуя не стакайте. У кого там, блядь, проблемы с ФПС, он сразу чаркой, хуяркой, телепорты делаете, ну, чтобы вы быстро максимально могли отбежать. Все, это весь босс. Ассист, если что, я буду первый давать, ты второй давай, типа, будешь на сторону. Чек на пол. Не забудьте выпить сопрот и масло перемазать, и все хуйню. Все, Сэнджик, блядь. А тут добавим не поможет. В трусах, пожалуйста, лови. Да-да-да. Выпили припод. Скинули на пол Сенджикса. Ну ты на нахуй. Хуяный. На 3 силах. Дай-ка мне БР. Аламур, дай БР по шнуркам. Притяжка скоро приготовьтесь.
Побежали. Шаман, есть стать? Только не вставай, скажи, есть, да, нет? Камендуш. Я, сука, спек не... Выбежали. Не забывай щитовать метки. Спрятан, справа близко падает. Глыбу подбивайте. РЛ, я правильно встал? Глыбы до 20%. Бейте больше. Центр падает. Забахайте шамана. Право падает. А последний выходил ловить, выходил ловить. Разбивайте. Хорошо. Шаман, у тебя собака не прокачана, да? Так, Гламур, если сейчас не танкуешь, дай иннер в шалуна. Шаман пятая пати. Да не надо, не надо. На нахуй. Приготовили скоро притяжку. Дола сразу не поднимаем. Встали на первую, вторую ступеньку. Метки вынесли, остальные приподнялись еще немного. Мастер аур. Лево далеко. Лево слева близко. Ну, блять, мрете, это пиздец. Позорник ебаный. Ну, я не знаю. ХП не хватало. Слева. Влево падает. Топните. Центральный не разбей, центральный не разбей, центральный не разбей, блядь. По центру падает. Справа. Выходи. Ой, центр близко. Разбили. Малик, дай БР по этому, погревали. А не, стоп, отмена, не давай. Давай БР по эрдру, короче. Четвертая руку, а он даст поливали. Ребаф дали. Пристоп баф, каску по друиду. Дай БР. Лап сам себе дашь. Сейчас будет фазер и процентов летов. Убежали. Дайте ему сейф. Шаман, выбежал ром. Шаман, щитов закиньте. Разбили. Видите, побежали. Скиньте тоже сюда. Вторая метка шицы. Пепелок. Остальные убежали. Таунт, таунт, Ламур. Отведи босса быстрее. Смотрите, короче, сейчас будет хуйня полнейшая, нас притянет по итогу. Давай, что тут летел? Отверни босса. Веди, 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 ну стоп, веди быстрее. Глыбу, яс. Скинули стаки, встали за глыбу. Да не, давай. Что произошло? Упал Сэнджикс. Ламур. Ты должен идти его менять, короче, после этого. Сэнджикс, ты должен прожиматься под дыхание, какую-то хуйню вот эту все. Падает, я не знаю, какой-то пиздец. У меня был ключ прожат. Зеленка в КД в тот момент была. Просто сетап хилов какой? ДЦ, Эрдру, Эршам и кто там хэпприс, да? Но там достаточно хила, чтобы поднять и танк. Просто, не, они могут поднять танк, но надо его хилить, нахуй.
А обычно хилит хэпал. Все думают, нахуй надо, я буду хилить рейд или себя. Чтобы захилить танка, надо кастовать, например, волну исцеления. Не малую, а большую волну на шамане. Ставлю рыбу в печень. Ой, в этот, в квадрат. Садитесь, кушайте. Шаман, быстрее подбегайте. Джагой перехилил. Он линканите полученное исцеление в танка. Кто его хилил и чем? Чисто интересно, рекаунт выключен просто. Ну, у меня за 5 секунд хила где-то, ну, меньше 10. Я про это и говорю, блядь. 1007. У Хисы хапал есть 8. Там, нет, мне кажется. Хис, у тебя хапал есть? Да не это, не эффективное. Вот лучше пускай спекните его нахуй, они хуй его прохилят. Спекайся. Дамага хватает. Давай дамага, да. Просто это да. Неопытные игроки, они не будут танка хилить. Я, короче, немножко это, у меня не тот талант скачан, засумоньте, пожалуйста. Да давай потом, давай. Давай. Я вообще сейчас бил, блядь, сурве, спасибо. Блядь. Да спасибо, слышу, что я даже не заметил. Я хуй знаю, думаю, это, блядь, фишка такая. Нет. Просто идиот. По-быстрому кинул. Я же фиксал. Бафы рыбу поели, дали мазбафу. Джиф стоит слева от рейда. Все починились, чтобы не было такого, что вы вдруг умерли. Вас резнули и вы не этот. Ламур, смотри, короче. Ну, ты там что-то или нет? Есть понимание? Да, нет. На X3 когда-то в теории. Смотри, короче, вторая фаза обязательно. Появляется первая глыба, условно, пошел, скинул стаки, и там у тебя стаки все фиолетовые набираются. Скинул их, и сразу идешь менять этот танка. Соответственно, Сэнджикс идет так же, по следующую глыбу сбрасывает стаки, и потом идет тебя менять. Под каждый касс, соответственно, прожимаешь, ты начинаешь с дубовки, и потом еще что-то. Видишь, что пизда по хп, даешь, ну, соответственно, инстинкт ты жмешь. И вы так должны нон-стоп меняться. Я понял, просто я спрашивал, когда в начале, я тебе скажу. А он когда стаки скидывал, я планировал после этого ему сказать, и меня убило. Так, на готовность. Крик на хп. Ну все, это весь босс. Мы же почти убили босса, нахуй, даже меня не убили. Если бы она, даже при смерти, если бы она... В ёбнутую жопу не ушла, то Геру дали и убили бы. Она меня просто вытолкнула туда. Все, давайте. Все, давай, я становлюсь, ты делай. Локи, порталы не забудьте оставить на притяжке. Там хилы, не хилы. Кто умирал до этого, просто чуть ближе. Условно, в трусы встали и идете. Блять, зависаем притяжки. Да и по. Да и по. Ты по. Я зависаю через раз на притяжке. Браво. Право близко. Право далеко, стопнули по центрами. Выходило ведь. Между лыбами. Близко. Разбили. Thank you.
Блин, ты, короче, помимо притяжки играбельный или нет тут? Помимо притяжки, да, все нормально. Да я ж в олене даже был, ну, вот, в начале подвис. Все, так, Локи, Пипилок, Блаз, Бултревен, СС есть? Пипилок отдал мне еще на... Это... На мне СС. Беги, малышка, беги! Так, Лорд Фир и Блуд Ревен. Лорд Фир, на взлетке дашь СС по гламуру, друид, четвертая пати. КД 2 минуты еще. Как КД спадет, дам. Хорошо. По Ону и по Хисе. Как кулдауны пройдутся, закинете. Могу бэрнуть. Нет, пока никого. Надо. Никого не надо бэрить. Мастера уже нет. Слева близко, аккуратно. Слева, ой, справа близко. Выходил и слева падал. Глуби, блядь, профил рейда. БР по его дай. Дай. Забавку. Скоро будет притяжка. Много не стакайтесь. С освобожденкой 3 хила. 4 хила с освобожденкой. Подождите, притяжку не бейте, стопните. Беги, малышка, беги! Как ты все видел? Ну не пизда. Вторая фаза. Он удай БР, короче. По эрдру. Полиприст Фромста. Полиприст Фромста. Он БР по эрдру, да? Зубы по Сенджиксу скиньте. Я сейвы. Андрей, встаешь, даешь БР по локу. Сейчас меняю, да, выхожу? У меня еще 18 секунд. Бац, трусы, бац, трусы с трусов ушли. На сейв дайте. Сейчас можно поменять, в принципе. 50% разбиваем зубы, 90%. Стоп по глыбе. Стоп по глыбе. Дали танку стаки скинуть. Стопнули. Стоп. По глыбе. Все, я скинул, я сейчас заберу. Забежали за ромб. Слева сдвинули. Быстрее. Я забираю, можешь уходить. Забагали босса, да. В трусы бежи. Дэд. Андрей, я сел в трусы, быстрее. Отбежали от дерева все. Беги, малыш, дали Геру, разбивайте. Поставь удобную кнопку ебаную, блять, эту, короче, ну, не знаю, блять. Ты пиздос какой-то. Сейчас разобью, заберу. Больше по глыбам. Мендри, дай гим на хп. Забирай, лучше уже забирай. Так я не могу, я в глыбе. А, бля. Майлик, дай БР по ассисте. Шнурки. Я сейчас лягу. Хорошо. Попадайте. Поднимите Сэмджикса. Да, давать нет. Пробую. Я нихуя не вижу, там сами смотрите. Ну я очень много. Не успел. Я миллионов, короче, не знаю. Вы жмите, сбейте. Отдаю БР, надо. Да ему это пиздец, короче, я хуй его знаю. Во-первых, хватит, не переводите босса в притяжку, и просил стопните, это раз. Второй, блядь, Андрюха, постоянно удобную кнопку, не знаю, 4 кнопки, что ты повъебал кулаком по клаве, ты побежал сразу к ебаному этому, короче, блядь, как называется, олени конченым. Сейчас поставлю. Это пиздец, нахуй.
Прям полклавы забей на этого оленя, ладошей нажал и побежал нахуй. Да все, я уже поставил, блядь. Не вставайте, не вставайте. Короче, блядь, знаешь, что мне калит, блядь, сделали вроде бы всего для рейда, да, типа снимаются КД, вся хуйня. Почему, блядь, БР в КД всегда по КД, ну, типа, ебаном этом оставили? Почему СС и в КД у людей? Ну, это типа вторая жизнь, блядь. Ты не можешь, да, блядь. У меня рыбный пир закончился, с ГБ можешь, блядь? Да. Я поставил. Короче, Андрей, первую фазу вообще не сли, для второй фазы, блядь, в олене бегай. Да. Хорошо. Не, даже не в олене, на маунтах сядь, нахуй, на маунте ебашь. Да не, ну, блядь, так все нормально, притяжка, пизда, я подвисаю, я оленя юзаю, не могу добежать. И, короче, давайте переведем, пожалуйста, Декмана, чтобы притяжка, и потом вторая фаза, а не вторая фаза и притяжка. А то у нас получается четвертая глыба у нас ведет, блядь, это, короче, только притяжка, и хуй пойми, что делать. Все таймеры разбиты. Чек рабах надо принести. На маунта сядь, блядь. Кулакхан, да, кинти, пожалуйста. Вот, и на маунте ебашь до второй фазы. Я пулю? Да, да, пуляю. Да, пуля. Кулакхан там, да? Я каст пахал. Ахисы кулаки там, не знаю, да, пожалуйста. Говорит, все у вас есть, нахуй. Говорит, что не делают. Почему я под кулаком? Так, присту БР нужен будет. Пока не БРТ. Разбежались, дали мацевы. Справа далеко. Глыбы до 20-15% добиваем. С левой стороны далеко. Слева. Стопники вы, ну куда вы разбиваете? Центр. На лестнице. Прям в глыбу летит. Разбили. Так, у кого БР не в КД? Представил, бернуть можете? На 5 минут. Нету бэра. Первый бэр 2 минуты. Так, если ССы откатились на следующей воздушной фазе, Блутревен по Ону, Пепелок по Ахиси, Шалун у тебя встать есть, нету? Есть. Так, и Буас кидаешь по Мендри. Также Лорд Фир кинешь по Газфол, когда его поднимут. У меня 8 минут КД, я как бы не успею. Хорошо. Лизок, да, Дианкус, у кого из вас есть СС по Сенджиксу, чтобы кинуть? У меня КД. Дианкус КД. Хорошо, Лизок, Лизок, на воздушной фазе кинешь по Сенджиксу. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто
поднялись на первую, вторую эту ступеньку. Остальные с вас все спустились. Остальные поднялись. Мастера Урахиса. Пахнуть, пахнуть. Справа далеко. Две минуты Б. Лево. Как ты, Паша, умер? Чего? Да, плохо Б, смотри. Ну, как бы два тика по 14 тысяч. Он подбежал к Медски. Справа. Левую сейчас разобьет. Разбивайте, разбивайте. Она приземляется. Топнули по боссу немного. Не бурстите. Ждем притяжку. Короче, гламур даш БР по холи престу. Отбежали, ребят. Дайте мастерку на лед на всякий случай. Никто не должен умереть. Все, переводим. Он даш БР по Паше. Первая, вторая фаза пошла. Женя, пожал вам. Обязательно дайте ему щит. Три. Пэрю пристав. Милики. Поймайте пристав. Приставай, приставай. Скинер ему дайте. Скинул. Лапочка. Малик, трусы, Малик, трусы. Струсов отошли, струсов отошли. Быстрей. Милики, подбили, подбили слева. Отошли, оранжу набрали, оранжу набрали. Дайте зубы по Сенджиксу. Все, разбили глыбу. В ромб неси. Каприз, в ромб, каприз, в ромб. Каприз, ну ты пиздец нахуй, блядь, я хуй его знает. Вы чё, блядь, вообще какие-то, ну, тормоза и чешо, я не понимаю, нахуй. Что с вами так, нахуй? Свободный прист, отдал гимн на хп. Шнурки выбежал в трусы. Зеру, дай, разбивай. Зеру в глыбе. Танка разбейте, главное, там сейчас гламур лезет. Давайте быстрее. Если зубы не в КД, дали по танку зубы. По гламуру. Зерку забирать. Поднимите Санджикса. Выбежу в сторону, просто в сторону. Выбежу в сторону. Дойдите, трамба, трамба, отойдите. Да вы, блядь, прикалываетесь, сука. Вы, блядь, вообще, видите, что там человек бежит с меткой, я хуй его знаю. В сторону, вот этот пиздец, в сторону, похуй туда. Пиздец, милики разъебывайте, короче, глыбы, РДД ебашьте по боссу. Дайте максейф. Вниз и в сторону. Тоже поебать туда. Гламура БР будет или нет? Помните, короче, разбить метку, да. Метка, метка. Ромб, отнеси, аккуратно, с ромба аккуратно. Добро. Я не выдержу следующее дыхание. А, ты забрался. Следующую кто-то дали, дали Сенджиксу стаки скинуть. 5% углыба оставили. Трусы ставь. Там будет трусы. Отошли. Скинул? Я прожал. Убегай, убегай, Гонгрич. До 50% разбейте. РДД по боссу райфе не стоп. Шнурки в ромб отнести. Дайте ему щиток. Не разбивайте до конца. Шнурки выбиваем. РДД по боссу. Отошли, отошли. Разбили центр глыбу. Бьете босса. Все, босса забиваем, метки в сторону, пепелок, понести в сторону. Собрал. Прохильте гламура. Что, в сторону, агрессив, в сторону вынести.
3 миллиона, блядь. Гельки. Я бегу собирать, так и скидывал. Нормально, у меня все есть. Божечки, блядь, это пиздец, позорники ебаные нахуй. Короче, это, кто там, блядь, его тупит? Минус, короче, не ролит шмот у нас получается, Holy Priest. И не ролит шмот у нас этот, блядь, как его, друид. Че вы падаете? Андрей, а ты понимаешь минус тактики ставить метку в ромб? Минус понимаешь в чем? Беги, малышка, беги! Я прекрасно понимаю все минусы и плюсы. Проблема ж не в этом. У нас фул 2 трая, фул рейд, блядь, фул выхлыба стоит. Не знаю, я сколько лет эту синдру и бучу убиваю и убедился уже миллион раз, наверное, что лучше убить сейвового с первого трая, чем вот за лупой страдать. Люди Батя просто себе тактику, короче, не знают. Блядь, я не знаю, короче, как его там где-то. Полиприз, ты меня слышишь, нет? Ну так в чем проблема, блядь, было выбежать? Я хуй его знаю. А, Буас, он, вытерпите, пожалуйста, еще один пул. Да где ты добежал? Ты, блядь, вот здесь стоял, весь рейд нахуй ебанул. Никуда вообще не бежал. Нам просто нормально, короче, перевести босса, нахуй. Условно, короче, первую притяжку пережить, дать геру, блядь. До второй притяжки нас спокойно умрет. Если не умрет, так мы, блядь, переживем вторую притяжку 100%. У нас, блядь, сейвов, блядь, больше, чем надо, если даже затупим с глыбами. Я не понимаю, в чем сложность. Мы просто весь бой пиздавали, короче, ебаные глыбы. Джеймс КД у него, нет? Так, тестер. Кусяо. О. Есть перс на золота? О? У перса есть на целка, любой перс, один надо, ДДшный. Так он же за шамана был с нами. Кто? Бетти. А где Бетти ты видишь? Короче, ой, это... Ой, попросили поменять. Уходить пора, тоже выйду. Два единичных трая. Один, ну типа, дайте, короче, этого, кто-нибудь, блядь, ДДшник, любой. Есть кто тут для дискорда? Захожу. Кто еще ливнул? Воет еще уходит. Ребят, понимаю время. Мельчайшая трудность и...